OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Я абсолютно убежден, что Киеву ничего не угрожает. Их тут всех убьют нахуй. Я говорю о российских оккупантах. А патронов хватит, ножей, все что угодно. Тут никаких нет сомнений. Я, кстати, сегодня был в одном из подразделений теробороны. Слушайте, так это все организовано. Такая координация. Да, там чего-то не хватает. Не все получили каски, но на боевые задания те, кто выходят, максимально снаряжаются. И выпиливают россиян, и выпиливают. Очень тревожные новости пришли из Ворзеля от знакомых моих знакомых. Там оккупанты себе организовали пункт временного размещения, это совсем рядом от Киева. Ведут себя как нацисты. Мирное население, детей и женщин закрывают в подвалах, а некоторых заставляют готовить им еду. Да-да-да. А что там с этими людьми? Мало кто сейчас может узнать, потому что они забирают мобильные телефоны. Это я все к чему веду. Видишь прицел русского нациста, стреляя, не глядя, не думая. Они никого не пожалеют. Эти люди ведут себя как варвары. И, собственно говоря, вот эта вот путинская операция, она же и шокировала мир до такой степени, что сотрудничать с Россией – это то же самое, что сотрудничать с нацистской Германией, когда был Третий Рейх. Меньше чем за 2 недели войны. Россия против Украины. Военно-космические силы вооруженных сил РФ потеряли больше 200 летчиков. Часть из них попала в плен, часть считается без вести пропавшими. Ну, то есть убитые или плененные. Ну да, убитые. Такие потери среди личного состава сильно деморализовали весь летный состав авиационных полков, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины. Летчики напрямую отказываются выходить на боевые вылеты из-за страха быть сбитыми или еще хуже оказаться в плену. Ну, ребят, вас сначала сбивают, потом если вы приземляетесь... А это не факт. Вас берут в плен. Руководство военно-космических сил, вооруженных сил России, пошло на беспрецедентные меры. Привлекло к боевым вылетам на территорию Украины курсантов, летчиков, авиационных училищ. Молодые курсанты не могут перечить командирам авиационных полков, поэтому выполняют все указания. Не имея достаточно летного опыта, значительная часть из них уже погибла. И погибнет еще все остальные. Да, Украина выстоит, оркам пизда. А, считайте, это мы пишем историю, следующую главу. И спецоперация по демилитаризации России сейчас в самом разгаре. У них в РФ там паника, причем ерзать начали даже пропагандоны. Даже у Владимира Рудольфовича Соловьева, человека, который считает себя не то Левитаном, не то Геббельсом, он там все время путается в показаниях, что-то они там загрустили. Да, такие мысли, что за почти 2 недели не взяли фактически ни одного крупного города. Ну, Херсон в временной оккупации, но это мы все поправим. И что интересно, вот эта вот группа фашистов, которые являются штатными сотрудниками вот этих вот информационных войск, они начали роптать. Да, пошел ропот по пропаганде. Мол, а нафига мы тогда заходили туда, если мы не можем ничего не взять? Вся власть в стране, в городах. А если мы заходили и не берем города, то зачем заходили? То есть они начали задавать себе вопрос, а зачем это все было сделано? Вопрос, кстати, очень-очень правильный. Между прочим, что касается нас. У нас сейчас куется новая страна, новая нация. Посмотрите, сколько появилось новых национальных героев.
Как себя проявили мэры многих городов, главы военных администраций? Это значит только одно, что у нас в Украине больше никогда не будет даже духу на пророссийские политические партии. А если кто-то что-то скажет, типа «братья» или «ну, Россию можно было понять, это не мы, это Путин, мы братские народы», этого человека просто повесят на ближайшем суку и будут правы. Нестору Ивановичу Шуфричу на заметку. Ну, Кива Труп, это тоже абсолютно ясная ситуация. Так вот, почему Украина окончательно деклассировала Россию? Ну, потому что транснациональные компании массово покидают Российскую Федерацию, приостанавливают свою деятельность. Значит, что у нас там? Макдональдс, это, по-моему, в России 60 тысяч работников, причем 98% или более 90% продукции для этой сети ресторанов. Это поставляли российские производители. Да. А компания KFC намерена от этого немножечко отдохнуть. Они замораживают, я даже зацитирую этот текст. KFC останавливает инвестиции в России. Официальное заявление компании. Значит, как и многие во всем мире. Мы потрясены и опечалены трагическими событиями, происходящими в Украине. Значит, Jam Brands, то есть собственник этого бренда, приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы продолжаем рассматривать дополнительные варианты. Также мы перенаправим всю прибыль от операции в России на гуманитарную деятельность. Как всегда, мы по-прежнему сосредоточены на безопасности наших людей в регионе и будем продолжать действовать решительно, чтобы поддержать наши команды в Украине. То есть, я так понимаю, что компании KFC не нравится, как одни сотрудники компании KFC из России убивают сотрудников из компании KFC в Украине. В сумме Макдональдс и KFC — это 100 тысяч рабочих мест в Российской Федерации. И чего тут только не было за это время. Кто оттуда только не ушел. Значит, эти ребята, да, они доигрались. Доигрались до такого, что, ну, сегодня презентация айфона была. Так вот, этот iPhone, который у них в руках, он последний. Этот, эту шутку вы уже наверняка где-то слышали, но новый iPhone им уже не показывают. Конечно, Геббельсы, там, фрау Геббельс и вся эта шарашкина контора российских нацистов, им, конечно, там по дипломатическим каналам это доставят. А вообще, мой прогноз, что в обозримом будущем в России откроются магазины, валютные магазины «Березки». Если вы хотите погрузиться в Советский Союз, то это все вполне реально.